Всем привет, ребята, с вами снова Михаил и игра Deus Ex. Так, кто мы, что мы? А, понятно, мы уже выбрались, да, я вспомнил. Да, это не очень, я помню их, да. Ну как, когда мы пришли, мы их видели. А можно тебя взломать, например? Scanning area. Нет, нельзя. А что с тобой сделать можно? Мда. О, а это нам не поможет? Если скажем, мы его хотя бы просто двигать будем. Scanning area. Так, ну, интересный вариант, но, как видите, не удалось. Я думаю, его можно реализовать по-хорошему. Scanning area. Так, главное вот перед этим встать. Тихо. Ой-ой. Нас прямо вдолбили в эту дырку. Блять. Чуть не упал. Куда я пошел? Может взорвать его нахер, а? Это робот в конце концов всего лишь. Scanning area. Сейчас второго бомбанем. Ну, к Спигеля, может. Блин, он даже в эту дырку меня достает, скотина. Значит, бомбами он ли, судя по всему, у нас их благо 4. Scanning area. Вот и все. Сосайте. Опа. Будет очень обидно, если здесь проход все-таки был. Но нет, так не было такого, что можно из той локации было пройти. То есть здесь вот только так. Да, но бомбанули мы их нормально. Мне прям не хватало экшона в прохождении. Так, фонарик выключаем. Сохраняемся. Надеюсь, что мне это не аукнется как-нибудь. О, отмычка, это хорошо. Опа, медик-кит. Хе-хе-хе, достал. Опа. Если вам или Деккеру понадобится доступ к моему счету, логин этот, пароль Saint Mary. Будьте осторожны, я найду вас, когда это закончится, Эрин. О, значит, где-то неподалеку нам банкомат может попасться. Слушаем. Вы входите в терминал вертолетной авиабазы за пределами частной зоны для гвардии. Направление ветра восточное. Вы должны будете доставить кабину лифта на цокольный этаж. Если вы нарветесь на неприятности, мигом назад через платформу к северо-западу есть канализационный сток. Он ведет к пруду рядом с аэродромом. Думаю, нам будет известно, кто стоит за отправкой груза через минуту. Прям через минуту, думаешь? Ну, давай, конец. Кончай уже. Так, сохраняемся. Чтобы не слушать потом его еще сообщение еще раз. О, а вот она.
твою мать. Кажется, ты на верном пути. Это и есть одна из трех пропавших бочек. Мы отправим поисковую группу. Тебе нужно найти еще две. Сразу, а? Кто это был? Я не видел униформу. Опа. Все чисто. Чё? А, ничего интересного. Так, что у нас здесь? Патроны. Бесполезные патроны. Тихо. Фак. Я собираюсь сделать эту свинью. Ребят, не убивайте, а. Бля, буду, не специально. Свинья. Фак, попали. Так, 9. Кажется, ты на верном пути. Это и есть одна из трех пропавших бочек. Мы отправим поисковую группу. Тебе нужно найти еще две. Сейчас только вот избавлю этого полупокера от работы. Отлично. Ну и лежи в диване. Так, а здесь патроны, они нам не нужны. Надо найти еще две бочки. Окей, так, с пацанами этими мы расправились. Лучше на последнюю сохранимся. Опа. Это он полетел. Ты чё, подонок, на тебе, на тебе, на тебе. Вообще попутал, что ли? Ну-ка, если быстро подбежать. Я могу пока. Они нашли нас. Нет, там не успеть подбежать так быстро. Мне просто давно было интересно. Если успею ли я, предположим. А если с шифтом идти? Это он полицейский. Да что ж ты делать будешь? Я никогда не поверю, что только из приседа можно. Ну-ка. Может, бить куда-то нужно в определенное место. Это что было? О, неплохо. Лол. Подкараулил меня такой. Но я не лыком шит. Вот так вот. Тыдыщ. Тыдыщ, ничего нету. Так, сверху там спускается чувак. Но я пока перекантуюсь в женском туалете. Оп. 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 Оп, все пусто. Сигареты. Так, он наверху по-любому. Фак, фак, фак. Обошлось. Нет. Ну, давай, вали оттуда. Камера. Тихо. Оп. Мусорок. Она не видит, наверное, меня так далеко. Так, впереди, вижу, ходит один охранник.
банкомат, отлично. Так. Надо ли нам здесь что-то исследовать, например? Ну, пока отключим ее. Ого, книги можно посмотреть, а это что? А, батарея. Газеты. Шары. Еще газета. Так, начнем с банкомата. Сначала хакаем его. Т-75 снимаем. Так, теперь. Так. Где? Что, ниже, что ли, еще? А, вот, да. Ой, что-то я много выделил. GSL, подождите, или это старая? Там пин было написано, я помню, да. Или я не подобрал, что ли? Да не может быть, чтоб не подобрал. Блять, серьезно, что ли? Я запишу лучше, а то что-то я не знаю, не могу в журнале найти. Так. Тот это логин с двумя D. А, этот Saint Mary. Отлично. Сейчас еще книжки там посмотрим, газетки. Да ладно. Чтоб тебя за ногу, а я что, зря переписывал, что ли? Ну ладно. Просто на будущее. У нас в офисе, в конце концов, есть банкомат. Наводнение минимально. Апрель, Лондон, Великобритания. Статья, недавно изданная в журнале Королевского... Так, ручка, не мешайся. Статья, недавно изданная в журнале Королевского метеорологического общества, указывает, что что во всем мире затопление от таяния ледяных шапок будет заметно меньше в этом году, чем в предыдущие годы из-за холодной зимы. В северном полушарии доктор Тами Брайт, профессор климатологии в Оксфордском университете, провел исследование и отметил, что глобальные потоки должны повыситься, но не более чем на 1-2 метрам. В среднем в главных городах Северной Америки, Европы, России и Восточной Азии. Для сравнения, уровень паводка в Нью-Йорке в прошлом году составил 4 метра, потребовав миллионы кредитов дополнительных расходов на 7 дамп и насосов. Несмотря на то, что в теории количество льда на обоих полюсах уменьшилось, практика показывает, что арктическая ледяная плотность существенно выросла по сравнению с любым подобным периодом в последних пяти чего годах, да? Ага. Так. А после объявления китайцев на прошлой неделе, что лунный комплекс горной промышленности Джон Эн Лай в эксплуатационном состоянии, сегодня Корман провел пресс-конференцию, чтобы описать первую поставку лунной руды с помощью масс-драйвера, построенного Макмораном. Макморан первый драйвер, построенный в таком масштабе, и, конечно, первый, использующийся повсеместно, сказал Сиан Мерфи. Выбор Макморана для этого контракта китайским правительством – важный шаг к более близким экономическим связям между Китаем и США. Макморман выиграл контракт в войне с Page Industry, которая достигла своего предела, когда Page сделала попытку переворота в Макмороне. Вот так вот, что-то ничего
Или понятно? Ага. Тот, кто был четверг, мы, по-моему, читали это. Сим никогда не пытался выяснить, был ли чудовищный человек, который почти заполнил и сломал балкон великим президентом тех других стоящих в стране. Он знал, что это так, с необъяснимой уверенностью. Сим действовал одним из тех людей, которые открыты для различных психологических влияний, в степени опасны для умственного здоровья. Опасающихся физических опасностей, он был слишком чувствителен к духовному злу. Дважды в течение той ночи бессмысленные вещи проникали в него, дали ему ощущение подтягивания все ближе и ближе к штабу. К штабу ада. Этот смысл стал подавляющим, поскольку он подтягивал ближе к великому президенту. Ёб твою мать, ну чё это вообще? Ожидание всегда самая трудная часть движения в жизни. Парни, которые не смогли нажать на курок, заканчивают свою жизнь, корчась в темном углу, бессвязно бормоча одно и то же. Джекоб таким не стал, он уединился после первого боя. Кто-нибудь подумал бы, что он легко отделался. Через 48 часов он начал кричать, и не останавливаясь, пока его горта не переслохла и не сорвался голос. Прошел месяц, прежде чем он снова смог говорить. Один из приговоренных увидел, что Джекоб не был таким же тупым, как остальные, и взялся обучать его в игре в шахматы. Джекоб никогда не увлекался ретро, но он использовал свое здравомыслие. Он играл в шахматы, шашки, трик-трак и в любую другую игру. Ему пришлось драться, когда один Пенджо, который искал возможности проявить удаль, ударил по игровой доске Джекоба и нахамил по поводу детских игр. Джекоб сломал ему ребро и развлекал себя в течение недели, играя сам с собой. Игру Каспарова и Бобби Фишера в своей голове. Фу, неплохо. Атака хитростью. Шан Цу сказал в практическом искусстве войны. Лучшим будет захватить страну... мы это читали. Да. Там встать по ветру, все такое там. Что-то там земля должна быть твердой под твоими ногами. Так, мы не помню, когда последний раз сохранялись, поэтому хранюсь еще раз после чтения книжек. Банкомат, зараза, не работает, зрекали. О, дружочек. Опа, охуительно, я сохранился. Да. Так, пойду вон того чувака выносить. Так, все, он меня не видит. Так, сначала его вынесем, потом те комнаты пойдем проверять. Так, вот он идет. Ну, блядь, проходи. Готов. Где-то под нами шагают. Судя по звуку. Или совсем рядом где-то. Поэтому осторожно спускаемся. Достаем Дубчанского. Так. Здесь никого. Где же он ходит? Еще один кто-то. Ага. Тут никого. Может, все-таки тот сверху? О, отмычка. Ну, хакаем. Прочитать мы, конечно же, ничего не успеем, но может какой-нибудь пароль зацепим. Еще что-то. Нет почты. Вот это да. О, шоколадка. О. О, газета. Ну, опять черные зловещие вертолеты. Это мы уже видели тоже. Тут, наверное, тоже нет почты. Ну, сейчас узнаем. Хули.
Так, болезнь. Нет, ничего, ничего такого, что нас могло бы заинтересовать. Так, я бы вот сюда еще зашел. Я не уверен, что у нас есть очки на прокат нычки, потому что мы... Хотя мы здесь их точно штуки две потратим. Так. Да, у нас крайне мало всего. Ну, давайте попробуем, что там. Не зря нам все-таки дали отмычку. О! Вот это да. О, как. Вот это хорошее место. Вот так вот. Сосямба. Чё, меня спал кто-то? Фак, вот это да. Кто бы мог подумать. И тут заперто. Ну-ка, а тут куда приведет нас нелегкая? Опа. Кто-то бежит. Так, интересное кино. Кнопочка. Оу. Интересно. Тут у нас что? Амброзия доставлена, и первый баррель сгружается на вертолет, другие баррели доставляются лодкой и самолетом, так что мы можем наверняка получить по крайней мере один образец для анализа, если можем встретить с нами в одном из пунктов отъезда. Вы знаете, где встречаться, если кое-что идет не так. Круто. Надо... Если что-то идет не так, вы сделали много и должны гордиться собой. Нравятся эти шаги постоянные надо мной. Так, это что, канистра апгрейд? О-о-о-о. Интересно, апгрейд имплантов. Так. А если апгрейд сделать, то что? Так, ну вот тут написано. Сила увеличивается, сила немного увеличивается. А тут ничего. А, здесь вообще апгрейд не горит слово. Оставим пока эту штуку полезная. Базуку возьмем. Так. Это что у нас? Изменение дальности оружия. Офигеть, она все занимает. Почти все. Оставим ее, потому что что-то тут вертолет настораживает очень сильно. О, терминал охранного компьютера. Попробуем сейчас что-нибудь поделать. Ну, там камеру отключим, скорее всего. И то у нас отключена, считайте, в коридоре уже. Включена. Открываем. И вроде все. Ужас, какие звуки, я прям не могу, а, вообще отвратительно просто. Быстрее уйти надо отсюда, а то я уже с ума сойду. Так, отмычка. Опять две отмычки потратим. Вот это бред. Это вообще. Он полицейский. Вот это бред вообще. Это бред. Тихо. Делайте его. Да я хотя бы вас постреляю. По сей поводу. Это было круто. Я считаю, это стоило того.
крайней мере, это точно было очень весело. Да, кстати, будет очень забавно, если нам не надо было тратить отмычки, и все, можно было этой штукой открыть. Нет. Смотрите, как она забавно кивает. Так, надо ли нам наверх? Мы можем, по сути, вообще сейчас свалить на вертолете. Давайте-ка мы как сделаем. Мы сейчас сюда не пойдем. Мы поднимемся, наверное... Так, вон один стоит. Нам надо как-то там все проверить, но... С одной стороны, в записке же было указано, что... Амброзия будет провозиться на других транспортных средствах. Другими методами. Вот, и поэтому я что-то даже хз как-то. Упс, эксит зато вижу. Офигеть, вас тут что-то вообще много. Так, ну вот от тебя-то мы избавимся хотя бы. Нож. Нож нам не нужен. Так, что дальше? Тут стоят пацаны. Написано «Exit». Надо ли нам в этот «Exit»? Большой вопрос, опять же. Кто там? Я думал, закон на наш... А? Это он полицейский. Блять, бежим. Фак, сейчас у нас пулеметная очередь будет. Фу. Фак. Более на 30 кредитов я сделаю. Что тут у нас? Вооружаемся пока что. Руки вверх всем, на. Хуан Иванович Лебедев, владелец этого терминала в Лагардии. Нам достоверно известно, опираясь на ваши сведения, что он работает с террористами. Ваша задача найти его и убить. Мы перешлем вам карту аэродрома. Охереть. Так, значит, нам туда надо, да? Только как туда попасть? Мы когда вот тут бегали, дурачились, я там видел какой-то спуск в канализацию. Возможно, мы... С его помощью можем пробраться. С другой стороны, мне интересно, на кой тут вертолет. Что с ним можно сделать? Я могу в него залезть? Нет, просто штурмовой вертолет. Ну, душа же просит приключений. Да вылези ты. Во. Текс. Ну, поехали. Ой, а ну расчехляй обратно. Зато ты диван взорвал, это похвально. Я сказал бы, что ты национальный герой. Манда. Ну ладно, предположим. Идем мы, значит, в ту штуку пока. Вон она, да. Так, прямо... О, ничего не видно. А это не то ли место, куда мы должны были выплыть? По-моему, это как раз-таки оно. Или нет? Так, что-то мне эта идея не нравится. Но не нравится она мне без сохранения. С сохранением она мне бы чуть-чуть больше нравилась, потому что она ведет назад. То есть назад-то нам как бы вот и не очень-то и надо по-хорошему.
стрелять тут можно? Не знаю, но пушку он достает, пока шуметь не буду. Кислорода нам однозначно не хватит. Понятно. Тут мы... По-моему, тут мы были. Не уверен. Так. Так, 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 так. Вот этот маленький кубик нам понадобится, дружок. Да фак! Твою мать, а! Как мне тебя достать сейчас? Никак. Прелестно. Очень прелестно. Wonderful. А, я и так допрыгнул. Идем тут. Интересно, куда нас это все приведет. Надеюсь, в аэропорт. Будет очень неловко, если нас это приведет далеко назад. Но, судя по загрузке, в какую-то локацию мы все-таки переместились. Так, это где мы? Боченьки вижу. Хуан Иванович Лебедев, владелец этого терминала в Лагардии. Нам достоверно известно, опираясь на ваши сведения, что он работает с террористами. Ваша задача — найти его и убить. Мы перешлем вам карту аэродрома. Отлично, мы добрались. Так, давайте сохранимся. А, ну сейчас он закончит свое сообщение. Что нам? Фотку его выслали. Аэродром. Так, а что нам делать-то надо? Убить Хуана Ивановича Лебедева. Найти три пропавшие бочки амброзии. Унатка для этого... А, Унатка отправит для этого свою команду. Но одну мы нашли. О, еще одну вижу. Тихо. Так, сохраниться надо, блин. То я сейчас на рожон полезу. Сохранение. Так, сохраняемся. Тихо, не болтай, подожди. Великолепно. Это будет залогом того, что мы с вами не прогорим. Я извещу поисковый отряд. Осталась одна бочка. Мы полагаем, она на борту самолета Лебедева. Фух, так, нашли, отлично. Ключ. Фак! Твою мать, иди говно сюда! Свинья! На. Да, не удалось мне суициднуться. Великолепно! Это будет залогом того, что мы с вами не прогорим. Я извещу поисковый отряд. Осталась одна бочка. Мы полагаем, она на борту самолета Лебедева. Так, сейчас будем очень осторожно действовать. То, что нужно. У нас их уже 9, возможно, надо бы одну потратить, потому что отмычек у нас значительно меньше. Так. Вроде безопасно, отлично. На последний не сняемся. Почему? Потому что, ну, это с предыдущего летсплея. Прохождение. Здрасте. О, тут роботы еще слышу. Да-да-да, слышу роботов маленьких этих. Вон он. Камеры вижу. Меня видят они. Тихо, я думаю, мы сделали полицейских. Тихо, тихо.
Кто это был? Я не видел униформу. Так, эта штука еще до кучи сюда поехала. Так, вон одна едет. Так, охранник. Так. Еще один. Самолет, наверное, в этом ангаре. Фак, охранник идет. Так, вижу какую-то коробку, которую можно взломать. Так, это, судя по всему, открывает ворота. Ни больше, ни меньше. Так, даже... Блин, хотя ты ходишь, я думал, ты мертво стоишь на одном месте. Блин, придется перестраховаться. О, как раз собирался идти дальше, но не удалось, не в этот раз. Фак, оно заперто. Их там вообще двое. Ой-ой-ой. Так, можешь залезть туда. Ну, толку. Не знаю как. Какие идеи. Давайте карту посмотрим. Может, на ней отмечен этот сам видео. Потому что он-то там по-любому где-то рядом. Так, цели заметки. 747, да? Милитари элеватор. Так, ну вот здесь мы в ящиках находимся. Здесь бараки, вот здесь закрыто, судя по всему, мы здесь. Ага. Ага. Да, вот Ботхаус, это доки. Лодочная станция, если быть точным. Ага. Дом лодок. Если дословно. Понятно, понятно. О, лесенка какая-то. Так, бежим, 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 бежим. Какие-то лестницы наверх. Scanning area. Не знаю, слышат ли они шаги наши, или им вообще пофигу. Офигеть, бункеры стоят просто. Фух, куда-то мы добрались, не знаю зачем. Сразу освещение поменялось. Это что за... Вашу мать. Это... сюда лифт, наверное, этот приезжает. По-любому. Да-да-да. Сохраняться тогда не будем. Это бессмысленно, потому что... Сделаем просто сохранение, что мы попробуем... отсюда... проникнуть в ангар. Не знаю, как у нас получится. Камеры, пулеметы. Просто жесть. Плюс тут эта ебань ездит. Под напряжением забор. Опа. Так, есть у меня мысля одна. Это я возьму. Спасибо. Может, замкнет, если мы кинем. Нет. А меня? А, так это дверь. Тьфу ты, ну ты. В рот погнуты. Так, опять отмычку тратить. Черт. Так, понятно. Ну, короче, эту штуку можно отключить. Нам абсолютно незачем мы сами сюда идти. Поэтому загружаюсь, чтобы здоровье не тратить. Нечего там совершенно делать, как казалось.
Ну, кстати, да, было бы очень забавно, если эти двери можно просто открыть. Но это типа слишком бы просто было. И, судя по всему, это говно не слышит наши шаги. Ой-ой. Нет, просто так она не открывается. Давайте сюда залезем. О, нет, сюда мне больше нравится, сюда. Перспективнее, хотя бы примерно в сторону ангара лезем. Так. И чё? Ну, даже если мы сюда допрыгнем каким-то чудом... И никаким чудом мы туда не допрыгнули. Другую лесенку попробуем. А может ли быть здесь так, что мы прыгаем недалеко, потому что, ну, мы перегружены? Не думаю. Поэтому идем и не паримся. Та-та-та-та-та, вы меня уже не видите. Глупые роботы. Так, неясно, зачем сюда. Так. Подожди. Короче, однозначно надо как-то в этот ангар забраться. Хрен знает только как. Блин, гоп ключ, а. Чего? Как? Откуда он у меня? Я не знаю, откуда у меня ключ. Я понял. Мы на лодочной станции его подобрали. Вот, черт возьми, логично. Да, по-любому там. Мы же там что-то брали. Да-да-да, по-любому его взяли. Так, ладно, все встало на свои места. Так, друг, ты меня не видишь? Сука, нихуя ты какой. Пес. Ну-ка, дерни себе анус. Сейчас заберемся в бараки, там эти придурки однозначно по нашу душу побегут. По-хорошему, можно даже от них избавиться, там, постреляв в них немного. Ну, не знаю. Ну, я с арбалета имею в виду. Но, может, нам даже получится убежать от них? Не знаю. Не знаю, сложный вопрос. Для начала сохраним, будем сейчас пробовать разные варианты. Так, сохраням бы. Бежим, 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 бежим. Тихо, я думаю, мы сделали полицейских. Тихо. Я знаю, что кто-то слышал. Ёбаный рот. Блин. Ты не говори. Так, сразу же разведку проводим. Здесь двое. Так, здесь туалеты. Здесь закрыто. Здесь тоже разобрались. Так, ладно. Это полбеды. Так, надо от этих типов, короче, избавиться. Они нам вообще очень не нужны здесь. Тихо. Не попал во второго. Так, попробуем по-другому. Отсюда угол обзора лучше. Так. Черт. Целился в одного, попал в другого. Все равно успевают кипиш поднять. Блин, как же мне спрятаться-то, а? Тс-с-с.
Да, даже усилий не потребовалось, меня просто сразу же спалили. Так, и уходим, уходим. Они даже не побежали. Охереть. Эй, 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 стой! Зараза. Да, короче, потихо я все сделал, и меня даже не спалили. Я-то думал, придется как-то под большой кипиш бегать. Так. А мы можем зайти сразу на второй этаж. Думаю, можно попробовать, но я чувствую, если здесь будем бегать и шуметь, нас могут просто услышать. Элементарно, вот я вот сейчас начну коробки ворошить. Там кто-нибудь есть? Вот, собственно, да. Меня уже слышат. Отлично. Вот так вот. Си. Включаем наши бицепсы. Тихо. Опа. Казарма. Такие. Ну это, кстати, выход вполне. Почему? Потому что мы сразу попадаем на второй этаж. Там мы можем просто взломать все, что нам надо, и пойти. Вот, я считаю. Там кто-нибудь есть? Забудьте это, я слышал что-то. Да блин, тут блядский цветок не дает мне пройти. Охереть, сука. Это окно было, а не цветок. Пусть там будет. Так, вот тут бы я немножко бы повзламывал, но, опять же, только если, ну, какой-то осязаемый профит есть, то есть если мы там, ну, предположим, отмычки найдем или там взлом, поэтому сохраняемся, тратим отмычки драгоценные. Говно. Говно. Итак, открыто. О, это мы посмотрим еще. Тут у нас что? О, вот это интересно. Так, одну отмычку потратим. Это нам поможет сэкономить немного. Мы сейчас возьмем штуку и сразу ее потратим. Наверное. Так, Юан спросил меня о коде ангара. Деккер... Он... А, вот, мы его даже узнали, не пришлось тратить. Он 59-14. Прикажите молодому не отстреливать ему задницу. Вы знаете, что я чувствую к нему. Я убью вас, если что-нибудь случится. 59-14. Прелестно, прелестно. Ух, сейчас надо только осторожно выйти. Да ладно. Вашу, сука, мать, а. Ну, это, скажем, как. Слишком уж хочется мне сэкономить. Тихо! Паскуда, мразь. Но они сюда не зайдут. Не должны, по крайней мере. Здрасте. Спасибо, что открыли. Тихо, тихо. Винья. А, спасибо, ребята.
А ты не сюда. Черт возьми. Огонь, огонь. Огонь. Завалил его, пидораса. Так, ну понятно. Придется тратить отмычку, короче. Так. Опа, кто-то побежал. Тихо, тихо. Это он, арестованный полицейский. Да твою мать, да как так? Ладно, попробуем по-другому. Я выйду отсюда. Выйду. Тихо, я думаю, мы сделали полицейских. Тихо. И пойдем отсюда. Тем более, что один сейчас в этот убежал, в комнату нашу. Опа. Да, вот этот ты сейчас, чувак, нам очень не кстати здесь. Уходишь куда-нибудь? Ау. Чувак, уйди, а. Иду за цветком. Цветочек, иди сюда. Пойдем, подарим тебя дяденьке. Вот, не дай боже, ты ушел, скотина, а? Что я просто так его несу? Я знаю, что что-то слышал. Тихо. Вот, ключ, зараза. Он полицейский. Я могу поклясться, я слышал что-то. Да ладно, еще ж ничего не было. Ну. Сейчас он скажет, что ничего. И сразу выходим. Я знаю, что что-то слышал. Да ничего ты не слышал, уже хватит. Ничего, я думаю, мы в безопасности. Фух. Тихо. Включит, зараза. Это он, этот парень полицейский. Да ёб твою налево. Я могу поклясться, я слышал что-то. Опа, я вышел. Забудьте это, я слышал что-то. Но с одной стороны нам дверь там открыли. Это совсем по-хорошему, если... Да, нам открыли дверь, отлично. Так, надо по сей знаменательному событию сохраниться. Попытаться как-нибудь выкрутиться из этой ситуации. Тихо. Он, надеюсь, не тревогу пошел включать. Забудьте это, я слышал что-то. Думаю, я видел кого-то, парня в пальто. Пидрила. Я знаю, что что-то слышал. Давай, уходи. Иначе я тебе из арбалета буду валить. Все чисто. Тихо. Фак. Чуть-чуть подождать надо. Я знаю, надо. Что что-то слышал. Тихо. Совсем чуть-чуть подождать надо. Ничего, я думаю, мы в безопасности. Совсем чуть-чуть подождать надо, чтобы он чуточку подальше прошел. И завалить его. Ого.
Так, сейчас другой вопрос. Есть ли там кто-нибудь, и этот ли чувак услышит, когда мы будем дверь открывать? Меня эти вопросы волнуют больше всего. Надеюсь, что все будет хорошо. Так, вроде все окей. Фу, это было потно. Ну? Так, сохраняемся. И продолжим уже из серии, потому что я немного уже притомился. Вот, мы почти час играем. Ух, а и на этом тогда всем пока и удачи.